я посмотрела огромное количество новостей наших порталов и зарубежных, подалась в панику и увидела, что очень многие ходят на работу. И решила записать провокационный пост для того, чтобы попросить, как бы воздействовать на людей сесть дома, потому что вы видели, у меня большое количество подписчиков во всех соцсетях. Вот, это было только такое послание, ни в коем случае я не пыталась создать какую-то панику. Я прошу прощения всех, кого я напугала. Пожалуйста, сидите дома, давайте вместе и дружно переживем этот нелегкие времена. Дома я удалю все посты, напишу разъяснительные посты. Я считаю, что я совершила глупость. А там уже, я думаю, по ходу действия, если будут какие-то последствия, я готова их нести. Я готова взять в себя ответственность за последствия. Буквально, когда я писала, скорее это был, знаете, такой, наверное, это скорее была моя внутренняя паника, вот, и через полчаса, когда мне многие написали о том, что такой способ не очень красивый, я сразу изменила содержание постов.